Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и на этой неделе Supraland. Исследуйте мир, решайте головоломки, сражайтесь с чудовищами, ищите секреты с улучшениями и новыми способностями, которые помогут вам попасть в новые места. Ссылка на игру в описании под видео. Ну, это вылет и я. Так. О, добрый день. Шо? О! Чё? О! 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 Ёбаный стыд. Попытка номер два. Надо аккуратней. Опа, кто базарит там? Так, на сенсу поменьше сделай. Ла-ла-ла-ла. Та-та-та. Здрасте, здравствуйте. У нас нет воды. Пожалуйста, спуститесь вниз по трубе. What the fuck? Что это за джуниор такой? Вниз по трубе и выясните, что случилось. Let's go. Опа. Взять. Зря ты мне дал эту штуку. А ему похер. Хоп! Чик-чирик, я в домике. Так, а чё, он присел или чё, я не понял. Вот ты боже. Атакуйте! Yeah! Прыжок. Монетки. Блин, что-то он шифтом не ускоряется. Это мне уже не нравится. И что мне надо? Оп! Опа! Я... Это сверхсложная головоломка для меня. Это для меня сверхсложная головоломка. Я ее должен решить. Опа! Я смог. Это формочки человечков. Наська. What the fuck? Ты что такое? Ну и ладно. Идем дальше. Так, так, так. Так, хоп, хоп. Я смогу уворачиваться? А чё за фи... Чё-то нихера... Слышишь ты, бля, алё? Охерел вообще в край. Похилочки. Желеечки какие-то вкусненькие. Ммм, желеечка. Вау. Вау. И что мне делать? Мне надо отключить, я чувствую. Отключаем. И чё? Тайная комната. Вау. Не, я туда хочу. Ч
Че, уматовая игра такая. Выясните, почему в Краснотуне нет воды. Секретная локация. Ёбаный стыд. Опа, доп хп плюс 5. Неплохо, неплохо. Мне нравится. Мне это нравится. Че это такое? Ты насрал. Ух ты. Опа, он прищурился. Че это за... Вы что делаете? Вас вижу. Алло, синие. Иди в Синевиль и поговори с их королем. Да, капитан. Куда мне идти? Обратно возвращаться? Да, король. Так, на монетки пособирать. Опачки, 5 коинс. Плюс урон. Сколько у меня? 6 монеток. Что мы улучшим? У меня выбор небольшой был. Че это такое? Я че не могу... Давай! Ты сможешь! Все в твоих силах! Че? Приноси в магазин золотые бочки, чтобы получить новое улучшение. Если найдешь золотые бочки, положи их вот в эту коробку, чтобы открыть новые улучшения. Так... Золотые бочки. Ищем золотые бочки. Ага, это у меня еще уровня не хватает, я понял. Ух ты. Опа-опа. Мне кажется, я не успеваю хоть так, хоть так. Такой-то наебало он нахер. Всю жизнь меня наебывают, даже в игре. Опа, это че? Че, ни хера не понял. Вот видно, у кого все хорошо. Чисто на позитиве. Вот быть бы мне тоже таким в этой жизни. Видишь, ему похер, просто похер. Опа. Есть логика у этой логики. Видно, нет логики у этой логики. Сильно. Потрясающая игра. Намного лучше, чем предыдущая. Ты чё, ё-моё? И жопу почухал. Можешь найти что-нибудь, чтобы вставить сюда. А, ёбаный стыд. Потрясающая игра, просто неимоверная, блядь, я кайфанул. Я просто кайфанул только что. Вы просто не понимаете. Опа, бочечка.
Let's go, бочечка. Отнесем ее. Опа, пачки, потом туда пойдем. Исследуем территорию каких-то желейных человечков. Ага, вот это типа улучшение. Плюс 5 коинс. 5 коинс. Доп жизнь, типа, да. Регенерейшн. Опа, это что за Гарри Поттер? Не хочешь ли стать моим ассистентом? Ор. Ор? Я боюсь. А со мной что случится? Ну ладно, это же игра. Отлично, можешь начинать. Уважаемые зрители, следите за... Теперь он в другой коробке. Вот и доказательство. Что? Ты ужасен. Провал. Зачем ты все портишь? Ой, блядь, сука. И тут, сука, я все порчу. Что за жизнь такая? Вау, ластик какой. Вау. И все же, зачем ластику синяя сторона? Синяя сторона вроде бы ручку застирает, если я не ошибаюсь. Когда в дневнике ставят двойки, тогда ластик синий очень хорош. Вроде всю территорию исследовали. Идем за кабелем. Мне надо вот сюда что-то положить, чтобы... А, вода еще не пашет, надо аж воду мне починить. Пойдем. Опа. Пойдем, пойдем. Это типа королева? Или король? Что-то такое. Я вроде королева. Вау. Мне надо ее защищать, я понял. Ага. Так они меня что-то только атакуют. Ускорение тут есть или нет? Ух ты, прикольно. Я пойду с тобой, открою для нас эту дверь. В смысле, как мне ее открыть? Пойдем за монетками. Класс. Я так хочу попасть туда, для этого нужен двойной прыжок. Я не умею делать двойной прыжок. Где мне его брать? Может, мы узнаем сегодня. Попробуй перепрыгнуть туда, если ты достаточно быстр. Я ассасин. Ты шо, херел там? Я тебя достану, блядь. Фу. Фил монетки. Я не могу больше монетки брать. Мне нужно возвращаться, наверное. Опа, что ты такое? Вернись ко мне, когда получишь силовой куб. Столько вопросов и нет ответов. Не, ну это игра, просто мой уровень головоломок. Я их ненавижу. О, двойной прыжок, да? Подожди. Скорость X2? Вот это понимаю я.
Это... Ага, монет, надо было вот это купить. Урон мечом 65. О, вот это уровень. И что? Хей. При помощи силового куба ты сможешь достать оттуда бочку и отнести ее в магазин. А где мне взять силовой куб? Вопросик. Это что такое? Лава жижа? Класс, музыка вообще. Полегче. А ну-ка. Не. На двойной прыжок. Ну где его брать? Это... Нужно голову поломать. Это ж все-таки головоломка. Как бы никак. Блядь, я теперь не попадаю за своей скорости. Теперь я буду всегда так бегать? Ебой. Круто, чувак. Опа. Ага. Я смог. Жизнь она шпарит. Тоже походу под спидами, как я. Хорошо, вперед, вперед. Ням-ням-ням. Не, классная детская игрушка, крутая. Было бы мне 10 лет, я бы в нее с удовольствием бы играл. У-ху! Прикольно, слушайте. А мне нравится. Хей, что? Да не мешайте мне, алло, ну пожалуйста. Так, а у меня опять фулка. Милый, может чем-нибудь выстрелить в эту штуку надо мной? Не надо... Мне нужно скинуть бабла, пойти. Достаточно приятно играется, честно говорю. Уху-ху, ты рад? Ага, рад, конечно рад. Всякое дерьмо мне сплавил. Теперь мне нужно найти... Да иди ты нафиг, слышишь ты? Тяжелечко. Опа. Ага. Что-то этих черепоголовых очень много тут. Уже вы отстанете от меня, пожалуйста. Опа. В смысле, это точно не кооперативная игра? Нихера себе, мне тут полосу препятствий нужно пройти. Что ты мне говоришь? Если осторожно пройдешь по этой стене и перепрыгнешь на трубу,
то сможешь добраться до большой башни, но тебе понадобится тройной прыжок. То мне и двойного прыжка нет. Да, но я не могу. Можно выключать это ускорение как-то? Оно просто мешает. Ну, серьезно, оно мешает. А чё тут? Я не понял. Мне нужен тройной прыжок. Класс, ходишь, собираешь монетки. Блин, он прям летает, он, ну, он не ходит, он летает. Блин, надо спрыгнуть. Запрыгнуть, чтобы с двойным. О! Так, и что это? Не успеваю. Да-да-да-да! Да... Нет, это писец. Найдите сюжетный предмет возле башни Красного Кристалла. Ну, мне надо вот туда, показывает игра. Чтобы найти сюжетный предмет. Ага, чтобы мне попасть сюда, мне надо... Этот ключ. Мне надо что-то положить вот сюда. Чтобы оно джахнуло сюда. Есть бочка. Да блин, как вы задолбали меня, блядь. Так, а че я тут резнулся? Там есть бочка, попробуй отнести ее в магазин, чтобы открыть новое улучшение. Тут бочка? Да, тут. И... Фу, ух ты, прикольно. Так, мы за новым улучшением. Я так понял, бочка разбивается. Куб. Силовой куб. Вау! Теперь я понял. Силовой куб, это круто. Зажмите F. Я понял. Погнали. Оп-оп. Нормально сработали. Упомню, увеличение жизни пошло. Очень круто. Так, где тут еще можно использовать этот? Ага, силовой куб. Там в начале можно его использовать. Погнали. Создал под собой куб. Круто же. И прикольно. Классная игра вообще, прикольно. Детская, но классная. Теперь тут я тоже смогу, правильно? Я не знаю, подождите. Если мы вот тут поставим куб, включим вот эту штучку. Угу. Мы добыли ключ, или что это? Если хочешь увидеть продолжение этой великолепной игры, ставь лайки и подписывайся на канал. С вами был Розе.